общем, оказывается, у нас появился питьевой фонтан. Вон там такая дырочка. Это наша точка. Это Людмила мне, так сказать, рассказала. Я не знала. Я все таскаю с собой. Бутылочки. Оказывается, ну, до чего у нас техника дошла? В смысле, до чего у нас цивилизация дошла? Вот что написано. О, видите, вода польется автоматически. Я еще думаю, неужели она польется? Вот смотрите-ка. А, она льется, товарищ. Даже не здорово. Так, много мне не надо. Все круто, и сразу прекращаю. В общем, подписывал. Действительно, вода. Кстати, нормально. Говорят, что такое там, сколько-то степеней очистки. Что пишут? Фильтр лайф. Фильтр лайф, короче. В общем, какой-то сервис. Егор, скажи нормально. Я говорю нормально. В общем, теперь у нас есть фонтан.